Постоянное подтопление дождевой водой, подворка, изношенные огороды, а самое главное – размывание грунта дорожного покрытия. От такой проблемы долгий час покутают жыхары нескольких улиц агрогородка Путрышки Гродзенского района. Громадяне засыпают скаргами и телефонованиями у все магчимые инстанции и ведомства. Однако наболелое пытание покуль нияк не знаходит решения. Владимир Лобан выехал на место и на свои вочи убачил проблему. Лето 2021 года надолго запомнится при Неманю и Беларуси. Аномальная спека изменялась небывалыми заливами. Коли грачня нават когось и радовала, шодрая дажи для жыхару агрогородка Путрышки Гродзенского района не расстановилась сапраўдным главным болем. Вось так после некалькіх годин чарговага жнівеньскага дажу выглядала улица Вачынскай. Дорога ўшэнт размыта, нібы яе подсыпання самазвалам пяску ніколі не было. Гароды суседніх домов потонули у воде, якую доводилось отпамповывать при допомозе техники МНС. Ремонт дорог у нас только засыпание песком. Больше никто ничего не делает. Вот теперь тоже председатель сельсовета, тогда как КАМАЗ привез это нам смыло, так колхоз занялся ремонтировать дорогу, это столько навозил песка, мы будут тут уборку делать и будут возить зерно по этой улице. Можно по ей возить зерно? Ну, и насыпали уже метр добрый. Все было низко, нормально, так как это было. Дома строили люди. Они же не строили там, где вода. А было гладко. Того понасыпали этого всем кругом. И вот такая ситуация. Аналогичное пытание не первый год хвалюет жыхару в улице Фестивальной гэтага ж населенного пункта. Нават не самые протяглые опадки перетворяют приватные подворки у сапраўдныя водоемы. Вось только их присядибы спрабуюць жартовать громадяне, на зону рекреации зусім не подобные. Тут одна проблема. Углубить вот там куветы, чтобы вода с всей улицы не шла к нам в огород. И здесь вот сделать наклон на эту сторону, чтобы ниже было, и чтобы она текла по ту сторону, там углубить куветы, чтобы она шла по куветам. А труба лежит, вот там труба лежит, она доходит до этой трубы, там выше, и через эту трубу она идет обратно в нас в огород. А дома у нас все стены мокрые. Самое крыўднае, адзначаюць жыхары Путрышак, што в своей проблеме яны неодноразово сигнализовали у розныя инстанции, ведомства и до вертыкали. На досланные листы нават поступали отказы от прадстаўнікоў мясцовай улады. Вось толькі ситуация, уздыхают люди, ніяк не меняется. Постоянно идут подтопления и усугубляет ситуацию кладбище Аульс. Мы обращались не в одну инстанцию, мы обращались в прокуратуру, которая прислала ответ, что наш вопрос перенаправлен в райисполком. Потом райисполком нам прислал ответ, в котором указывалось, что 4000 выделено ЖКХ на устранение этой проблемы. Но я не знаю, где эти 4000, потому что проблема опять осталась на том же месте. Таким чином, подарованная громадянам надея, покуль только надеей застается. Однако жыхары улиц Вачынскай и Фестывальной не губляют надеи. И протягивают чакать того моменту, коли на их территории будет зроблено належное водоотведение. Отповедно дожди перестанут погрожать затоплением у Путрышках, дорог, житла и присядибных участков.